В Харцизском металлургическом техникуме очередной праздник. Вслед за торжественной церемонией посвящения первокурсников студенты и празднованием Международного дня учащейся молодежи, в минувший четверг в техникуме состоялось еще одно мероприятие. На этот раз выбирали лучшего студента учебного заведения. В актовом зале ХМТ не нашлось свободного места. Поддержать участников пришли друзья, однокурсники и педагоги. Конкурсные задания предполагали наличие у претендентов хороших знаний в области их будущих профессий, а также существенного творческого потенциала. У нас проходит декада, связанная с Международным днем студента, и мероприятия, связанные и с конкурсной программой. Мы будем выбирать лучший студент техникума 2015. У нас разнообразная программа, 8 конкурсов, они очень необычные. Необычные в чем? То, что у нас презентация. Презентацию готовили сами студенты, помогали представители специальности. Кроме этого, у нас есть интеллектуальные конкурсы и спортивные необычные конкурсы, и творческий конкурс, где студенты стараются показать то, чем они увлекаются. За звание лучшего студента ХМТ 2015 боролись 5 участников. Максим Бойко представлял группу электриков и включил в свое выступление небольшую электропрезентацию. Сварщик Дмитрий Герасимов о своей профессии рассказал стихами. Еще один участник студенческого шоу Артем Черноштанов в конкурсе приветствия показал миниатюру о Карлсоне и его друге механике. А будущий офисный работник Екатерина Возвышаева подготовила для зрителей показ мод, где в качестве модели выступили подруги девушки. Стильная одежда, модные сережки, все в порядке с маникюром и отличная фигура. Это секретарша Юля. В интеллектуальном конкурсе «Что, где, когда» участники должны были убедить судей в своей способности быстро соображать. Следующим этапом отбора стала демонстрация спортивной подготовки конкурсантов, с которой практически у каждого участника соревнований возникли трудности. По мнению жюри, лучше других с конкурсными задачами удалось справиться Екатерине Возвышаевой, которая в итоге и стала обладательницей почетного титула «Лучший студент техникума 2015 года».